Из 75 полнометражных картин жюри выбрали 14, 5 из которых сняты женщинами-режиссерами, а 9 являются дебютами. Конкурсной программой отметила программный директор фестиваля Ситора Алиева, организаторы пытаются уловить голос времени. Она также отметила, что артисты выходят за рамки своей профессии. Сергей Безруков выступил в роли продюсера в конкурсном фильме «После тебя», Куценко дебютировал в качестве режиссера. В основном конкурсе также участвуют фильмы «Год литературы» Ольги Столповской, «Иван» Алены Давыдовой, «Хороший мальчик» Оксаны Карас, «Рыба мечта» Антона Бельжо, «Огни небольшой деревни» Ильи Учителя, «Коллектор» Алексея Красовского с Константином Хабенским в главной роли, «Я умею вязать» Надежды Степановой и «Чужая работа» Дениса Шабаева. Кинотавр пройдет в Сочи с 6 по 13 июня.